Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастый Китс. Сегодня мы с вами поиграем в Берри Раш. Давайте-ка выберем персонажа, которому мы сегодня будем собирать наши ягодки. Может быть, выбрать черничку или лимону? А давайте-ка мы выберем лимону. Можем, кстати, ее переодеть. Смотрите, сколько у нас тут классных костюмов. Вау, вот это мне платье нравится. Давайте-ка переоденем нашу лимону и вперед! Скорее собирать наши лимончики и готовить вкусные кексы. Какое красивое платье! Кому понравился наряд нашей новой лимоны, напишите в комментариях циферку 1. Получались! Ой, какая у нас красивая собачка! Так, собираем вкусные лимончики. Осторожно и скользим по лиане. Вот такой у нас прикольный сегодня раннер, ребята. Напоминает немножко игру «Дом за золотом». Только здесь мы собираем не только золотые монетки, но еще и фрукты. Будем готовить, открывать пакетики с наклеечками и вклеивать их в нашу коллекцию. Соберем полный альбом. Так, давай еще немножко лимончиков. Вот так, отлично. Ой, какие тут опасные грибочки. Кстати, если наступить на грибочек, можно подпрыгнуть на нем, как на батуте. А пока полетаем на наши бабочки и соберем монетки на самом верху. Сколько тут много монет. Так, 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 так. Смотрите, какая у нас внизу красивая цветочная поляна. Помчались. А вот и первый пакетик с наклеечками. Обязательно его откроем, друзья. Кстати, сегодня вас ждет целая гора приветов от канала Ушастый Китс. Хочешь получить привет на нашем канале? Пиши в комментариях свое имя и фамилию. И не забудь, конечно, подписаться на канал Ушастый Китс. Вау! Отлично! Много лимончиков мы с вами собрали. Вот так. Монетки возьмем. И осторожно! Ой, что-то погода у нас испортилась. Ну вот. Снова у нас солнечная полянка. Кстати, ребята, у вас за окном хорошая сейчас погода? У меня очень хорошая, светит солнышко. Очень классная погода. Вау, радуга. Покатаемся немножко. Смотрите, сколько много фруктов на радуге. Еще одна. Отлично. Насобираем много лимончиков и сделаем вкусное мороженое или вкусный тортик. Так, осторожно. Отлично. Снова у нас бабочка. И снова мы собираем монетки. Вот так. Полетели, полетели, полетели. Отлично. Я думаю, мы достаточно с вами насобирали лимончиков. Теперь можем что-нибудь приготовить вкусненькое. Смотрите, у нас с вами есть кексики. Такой мы уже готовили, а вот этот еще нет. Ой, на него нам нужно побольше апельсинчиков. Здесь тоже апельсины. А вот здесь, по-моему, мы уже можем открыть, приготовить вишневые кексы. Так, выберем цвет. Какой бы выбрать? А пускай будет вот такой. И темно-синий. Украсим его сердечками. Так, еще одно. Отлично. Готово. Теперь можем продать наш кексик. Так, отлично. Теперь давайте-ка посмотрим, что у нас там за наклеечки. Вклеим их в наш альбомчик. Открываем. Вот такие у нас наклеечки. А здесь у нас что? Здесь еще лимончики. Так, у нас в пакетике не только наклеечки, но еще фрукты и монетки попадаются. Здорово. Так, открываем. И забираем все. Так, а мы можем купить с вами еще пакетики с наклеечками? Да, можем купить, например, вот такой наборчик. Два фиолетовых пакетика. Так, а вот и он, фиолетовый пакетик. Интересно, что в фиолетовых? Здесь тоже у нас лимончики. И здесь у нас для собачек коллекция, для наших маленьких щенков. Можем украсить цветочками. Вот так. И вот так, например, откроем еще один фиолетовый пакетик. А в следующей серии обязательно с вами купим золотые пакетики с наклеечками. О, смотрите, какая у нас собачка попалась. Отлично. Украсим сердечками. Обожаю клеивать наклеечки и еще украшать. Готово. Так, у нас будет очень большой набор с наклеечками. А теперь самое время выбрать нам нового персонажа. Давайте в этот раз мы поиграем клубничкой. Также можем выбрать для нее наряды. Смотрите, сколько тут их. Вот такой и вот такой, например.
Вау, с котиками. Похож даже на пижамку или я не знаю на что. В общем, я люблю котиков и, пожалуй, куплю этот костюмчик. Кому понравилась клубничка торт в новом костюме, напишите в комментариях циферку 3. Проголосуйте за самый красивый наряд. Ну а мы будем себе... Вау, собирать клубничку. Какая красивая у нее собачка. Кстати, мы с вами сможем приготовить в этот раз такой малиновый кекс. Малинки у нас. Отлично. Собираем. Кстати, я не посмотрела наше с вами задание. У нас же еще миссия дня, которую мы должны обязательно выполнить. Так, собираем малинку. Вот так. Нужно заработать больше монеток и больше ягодок, чтобы мы с вами могли побольше всего купить. Так, вау, мы взяли бонус. Наши фрукты увеличились. Помчались. Вот так, отлично. У нас снова будет увеличение фруктов. Смотрите, наши малинки стали еще больше. Так, ой-ой, чуть не врезались с вами. Через камушек прыгнем. И еще вкусная малина. Собираем все, друзья, ее. Так, отлично. Самое время полетать над пляжем. Смотрите, какое сбоку синее красивое море. Все монетки собраны, и впереди нас ждет пакетик с наклеечками. Отлично. Ой-ой-ой, сейчас мы, кажется, покатаемся на радуге. Осторожно. Ух ты, сколько тут ягод, друзья. Кстати, если нравится эта игра, обязательно ставь лайк. Ух ты. Ребята, теперь... На нашем канале будет выходить по 2 ролика в день. Один ролик утром, а другой вечером. Так что обязательно смотри все новые серии на своем любимом канале Ушастик Кидс. Так, собираем. Целую гору монеток мы насобирали. Так. Давайте посмотрим, какое же у нас задание. Сменить дорожку, покататься на радуге и испечь 2 кексика. Неплохо. Так, мы заработали с вами кучу монеток и можем приготовить кекс. Смотрите, вот такой с малинкой. Выберем цвет. Вот, пускай будет такой. И украсим белыми вот такими дорожками. Смотрите, какой красивый. Ребята, а из вас кто-нибудь любит готовить? Кто любит готовить, напишите «да». Вот такой кекс. Продаем его. Отлично. Так, ну а теперь выберем следующую девчонку, с которой мы поиграем. В этот раз это будет Сливка. Давайте выберем костюмчик и для нашей Сливки. Вау, смотрите, какое красивое платье. А на ногах очень красивые летние босоножки. Этот костюм стоит 4500 монеток. Покупаем его для нашей Сливки. Так, а здесь мы с вами можем покупать разные ягодки. Смотрите, сколько тут всего. Ну что, готовы? Тогда вперед! Смотрите, какой у нас красивый песик у нашей Сливки. И мы с вами сможем приготовить кекс. Нам нужно с вами менять дорожки почаще, чтобы выполнить ежедневное задание. И, по-моему, нам еще нужно прокатиться по радуге. Сейчас посмотрим. Да, нам нужно сменить дорожку 200 раз, прокатиться по радуге еще 6 раз и прыгнуть на гриба, на гриб 2 раза. Ну, помчались. Опа! Будем искать грибочки, на которые нам нужно прыгнуть. Вот так. За это задание нам должны дать новые наклеечки. Клеечка. И скользим по ряне. Какие вкусные сливки. Ребята, а кто-нибудь из вас любит кушать сливы? Кто любит сливы, напишем в комментариях цифру 5. Полетели. А здесь у нас какая-то заснеженная полянка. Смотрите, какая красота. Даже снег идет немножко. Это волшебное место. Так. Опа. Радуга. На радуге у нас прям очень много сливок.
берем еще один бонус увеличения наших фруктов. Так, нам нужно на грибочках попрыгать. О нет, мы врезались в грибочек, не получилось прыгнуть. Спасаемся, попробуем еще разок. Так, нам нужно почаще менять дорожки, чтобы выполнить задание. А вот и пакетик с наклеечками, берем его поскорее. Так, впереди лейка. Леечка нам дает дополнительные монетки. Где же нам найти грибочки, на которых мы сможем с вами попрыгать? Так, ой-ой-ой, врезались мы с вами. Помчались дальше, друзья. Кстати, в сегодняшнем видео вас ждет целая гора приветов для вас, мои дорогие подписчики. Приветы будут в самом-самом конце видео, так что не пропустите свой приветик. Отлично. Ой-ой, как же нам прыгнуть на грибочек? Да, не просто попасть на эти грибы. Скорость у нас становится все больше и больше. Ай, мы снова врезались в гриб. Все никак у нас не получается с него прыгнуть. А у нас новый рекорд, смотрите-ка, а вот и ягодки. Отлично. Мы с вами летим в каком-то волшебном туннеле. Так, чуть не врезались. Двойное увеличение фруктов. Леечка. Смотрите, сколько бонусов нам много попадается. Так, осторожно. Скорость становится все быстрее и быстрее. И прокатимся по радуге. Так, ой-ой-ой, спасаемся. Так, радуга. Мы выполнили одно из заданий. Нам с вами нужно научиться прыгать на грибочках. Так, отлично. Отлично, у нас очень большая скорость. Где же наши грибочки? Вот он, грибочек. Попробуем. Отлично. Первый раз прыгнули. И отлично. Два раза прыгнули по грибочкам и справились с заданием. Давайте посмотрим, что у нас еще. Нам надо две радуги еще найти. Две радуги. И тогда наша сливка выполнит ежедневное задание. Будем искать радугу. Нам попалась сливочка. Но очень-очень-очень нужна радуга. Так, бабочку мы не взяли. Будем искать радугу. Лейка еще одна. Леечка у нас монетки дает. А вот радуги что-то не видно. Опа, бонус перепрыгнули. Сейчас отправимся с вами готовить новые кексики со сливками. И откроем еще пару наклеечек. Отлично. Где же нам радугу найти? Так, много бонусов, но радуги пока нет. Так, впереди радуга, отлично. И еще одна радуга, осталась всего одна, ребята, и мы справимся с миссией дня. Вот так, отлично. Вот она, последняя радуга. Замечательно, мы полностью выполнили миссию дня. И заработали с вами 100 монеток и еще пакет с наклеечками, как раз то, что нам надо. Так, сейчас нам посчитают наши ягодки. Вот так, мы насобирали в целую гору, кучу монеток у нас. Отлично, а теперь приготовим новый кекс со сливкой. Выберем цвет. Вау, можно сделать вот такой малиновый и украсить желтыми звездочками. Можем немножко цветочков добавить, сердечко и даже шоколадная крошка. Вот такой у нас получился. Малиновый кекс со сливкой. Продаем его за 72 монетки. Здорово!
Ну а теперь посмотрим, какие еще у нас наклеечки тут есть. Вот такой у нас еще один сиреневый пакетик. Так, сливки. Нам попались какие-то конфеты. Так, украшаем. И открываем еще один пакетик. А что же у нас в нем, друзья? Давайте смотреть. Здесь чья-то фотография. Это наша любимая клубничка. Ой, Шарлотта-земляничка. Клубничка-земляничка. Вот так. Цветочков сюда можем наклеить. Красивые у нас цветочки. Вот так. Готово. И откроем еще один пакетик с наклеечками. Интересно, что будет, когда мы соберем полностью весь альбомчик с наклеечками. А это, кажется, наша сливка. Вот так. Все вклеили. Я думаю, самое время выбрать следующую девчонку для соревнований. И в этот раз у нас будет вот она, черничка Маффин. Выберем для нее наряд. Ух ты, какие красивые хвостики. По-моему, прическа супер. И собачка супер. Кстати, кому понравилось больше всего это платье, напишите в комментариях цифру всем друзьям. Ну а мы собираем чернички в этот раз. Отлично. Наш ягодный красивый городок. Ой-ой, смотрите, здесь снег немножко идет. Или, я не знаю, это, наверное, волшебная пыльца с наших цветочков летит. Опа, еще немножечко собрали. Отлично. Мы с вами в какой-то пещере. И прыгаем на грибочек. Отлично, у нас получилось. Так, и полетаем на бабочке обязательно. Вот так, здорово. Так, мы с вами насобирали еще черники. Самое время приготовить какой-нибудь вкусный пирожок. Смотрите-ка, можем с вами приготовить, например, вот, ой, сюда нам не хватает. И здесь пока маловато. А что же мы можем с вами открыть? Вот такой тортик. Ой, у нас тоже не хватает тут апельсинов, тут 45. Может быть, на мороженое нам хватит? Нет, пока нам хватает только на кексики. Так, клубничка. Вот такой. А здесь у нас апельсины, вишни и тоже вишни. Так, надо бы нам побольше фруктов. А давайте-ка купим с вами корзиночку вишен. Вот так. Теперь можем приготовить вот такой кекс. Отлично. Выберем цвет и украсим цветочками. Наш кекс с вами готов. Продаем, ребята. Ну а теперь у нас самое время для приветиков. Так, первый приветик у нас сегодня получает Надежда Сергеевна. Самый тебе пушистенький приветик. 3 В-класс школы номер 5. Ребята, вам просто огромнейший приветик. Так, для кого у нас еще приветики тут? Ксюша Нехайенко, Оля Кошкина получает привет, Алина Чайкова, Мария Халабухова, Валерия Резниченко, Карина Зайцева, тебе тоже огромный привет, Игорь Гайдажи, Валерия Розова, Вика Гюльназарян, Вика Поликарпова, Лена Абрамова получает пушистый приветик от нашего канала, а также Маша Магалецка, Вика Парамонова, Полина Переверзева, Дима Пшеничный, Таня Мушкадиани, Влада Семенихина, Илона Калашникова, Юля, Алена и Максим Красюк. Большой пушистый вам приветик, друзья. Арина, Оля и Юля, три подружки. Вам, наверное, самый-самый большой-большой привет от нашей Шарлотты-землянички. Олеся Первак и Максим Юрьев также получают привет от нашего канала. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ваш лайк. Подписывайтесь на канал Ушастик Kids и смотрите новые серии самыми-самыми первыми. Ну, а на этом у меня все. Всем пока-пока. До новых встреч, ребята.